Глава Калмыкии Батухасиков поделился. С 1 декабря повышаем заработную плату работникам бюджетной сферы Калмыкии. Индексация размера окладов заработной платы составит 5% и затронет работников образования, здравоохранения и иных социальных сфер республиканского уровня. Также на 1,5% увеличиваем оклады госслужащих Калмыкии. В целом повышение затронет порядка 15,5 тысяч жителей региона. В ситуации новых экономических вызовов наша системная задача – поднять уровень зарплат жителей республики. Как обозначил задачу президент страны Владимир Путин, важно, чтобы доходы граждан росли темпами выше инфляции. Последовательно работаем в этом направлении. Поручаю правительству Калмыкии проработать вопрос дальнейшей индексации заработных плат в первой половине 2023 года.